Позвонили, сказали, в течение, то есть, может быть, ночью дадут. То есть сегодня опять с утра звоним, говорят, вообще неизвестно, когда будет вода. Сейчас, то есть, соседка ближайшая, там кто-то у ней знакомый был, сказал, только привезли трубу, только что ее привезли. Это пока ее сейчас заварят. Пока это еще где-то полтора суток, это точно ее не будет. Местные жители, устав от неудобств,